Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс, мы продолжаем проходить The Valiant Hearts, The Great War. Так, ну я даже не знаю. Ну чё, отворачивайся уже. А, всё понятно. Хорошо, это заебись вы придумали, очень-очень классно. Просто очень легко проникнуть, не то слово. Собака даже не может отвлекать в этой ситуации. Так, теперь я и в тюрьму могу в таком прикиде спуститься. Ой, подожди. Сейчас собака сосиску все-таки свистнула. Ага. Хорошо. Так, снова выходим отсюда, потому что я больше, в принципе, ничего такого не вижу. Ага, то есть офицеру нельзя в солдатские, да? Окей. Ну, чё ты хочешь-то? Так, давайте тут пройдемся, посмотрим. Нет, сюда только солдаты. Я понял, хорошо. Не туда. Хорошо. Ну, видите, я солдат, все нормально. Все в порядке. А нахер я сюда пришел? Вина. Понял. Будет тебе вино. Угу. То есть, в принципе, бесполезная ерунда, да? То есть, два подхода туда было. Ну, ладно. Давай тогда бутылку. Что за, блядь, хрень? Вот твари. Офигеть. Не, ну если я ее брошу, явно. Да на тебе, мудак. Ага, то есть вот так даже, да? Понял. Ну чё, у нас тогда проблемы получается.
Donne-moi petit sabin. Да нет, нету вина, чувак. Нету вина, понимаешь? Не свезли. А, бля. Угу. Офицер сюда может проходить? Сейчас посмотрим. Ага, но офицер не сможет взять при этом бутылку вина. Вон у нас какая петрушка. А я не смогу пройти вот этого вот чувака. Вот, блин, говно-то, а? Может, как-то так? Ну, я не знаю, это вообще уже... максимальная комбинация, которая может быть. Если уже и это не прокатит, то я просто офигею. Да, смотрите, прокатило. Блядь. Ну, вроде все. Здравия желаю, да, здравия желаю, все, да, хер офицер. Что-то вы смотрите, как офицер таскает колеса. А ну быстро взял пару солдат в помощь. И больше сосисок моей собаке. Охерели вообще, в край. Равняйся, смирно, все, оставить. Погнали дальше. С чем он там спрыгнул, блядь? Ей бог. Какой ты, блядь, неправильный. Ого. Больной в жопу. Да блин. Тут еще надо попадать, короче, пока они... пока они не будут стрелять. Блин. Блин, опять эта хрень. Ой, ой. Бля.
Хорошо, хорошо справляемся. Блять. Блин, опять, ну ёбану мать. Что ж ты такой сложный-то? Господи. Больной нахер. На пол головы. Ты заебал гранатами жонглировать, придурок. Ух, ёпта. Засунь себе, знаешь куда? Бля. Воу, больной что ли? Харе менять уже траектории, ну, затрахал. Мудак. Блин. И вот как я должен был это... Мы все это видели за ёбаную милю. Просто. Ладно. Чё-то всё сложнее и сложнее становится. Ну да ладно. Что, опять? Господи! Ох. Ох. Сдохни ты, мразь, уже, ну! Да подожди, ну как я должен был это успеть? Блять. Блять. Вот говно. Сложно. Может, это мне просто кажется таким сложным, но... Yeah.
Есть. Ну все, заглохло наконец-то. Фу, мне уже пальцы болят. Сен-Миэль. Наконец-то. Таки добрались. Глава 4. Деревянные кресты. Сен-Миэль, 1 километр. Но восторг был недолгим. Немецкие солдаты задержали Карла и Анну и доставили на допрос. Сен-Миэль все еще был в руках врага. Карла снова послали на фронт, а Анну отправили в лазарет ухаживать за ранеными. Бля, вы 8 апреля французские войска начали штурм Сен-Миэля. Такую возможность Карл упустить не мог. А чё я в форме немецкой? А, французской, точнее. Да, вот сейчас нам дали направление. А, хозяин собаки. Карл. Спасибо, собака. Ты славно мне служила. Так, с дневники. Что же произошло в этом чертовом лагере военнопленных? Зачем они стреляли в Карла? Ненавижу эту проклятую войну. Как мне теперь рассказать Марии, что Виктор уже никогда не увидит отца? Последний дневник. Так-с. 9 из 9. Наверх. Alter Fritte! Hey! Werk was ran! Hepp, runter nur! Hey! Swurbel im Lack! Я понял. Нужно еще снарягу найти. Guter Hund. Но собака осталась таки со мной, да? Хорошо, форму мы тут получили. Вот же снаряга лежит. What? Ну ладно. Бля. А какой код? Я что-то в душе не знаю. Тут вроде нигде не было ни подсказок никаких. Черт. Так, ну явно мне не сюда. Да. Так, ну давайте походим, посмотрим. Чё там? Колокол, ключи. Спасибо. Давайте возьмем яблоко. Ну так, на всякий случай, чтобы было. Ты
Guter Junge. Сюда иди ты, балбес, блядь. Ну ключи, ну ёпта. Что ты такой... дурачок-то? Судя по всему, нет, да? Ключи нужны. Хорошо, что за вторая подсказка? Ну понятно, что нужно ударить в колокол. Ладно. Будем ждать третьей подсказки, если не догадаемся до этого момента. Тут уже все, тут уже хода нет. Тащи. Ко мне. Я прав. Хороший мальчик. Так. А это еще что такое? Какая-то непонятная херня. Мне неизвестная. Да ладно, давайте попробуем подобрать. Последний раз. Там было на окне что-то написано. Ну да. Ну давайте смотреть, что это такое. 2-1-3. Окей. Других цифр я там не заметил, но давайте 2, 1, 3. Что за говно? Два. Скорее всего. А что-то как-то 2 вверх, 3 и 1 вниз. Может это крутить так нужно? Давайте попробуем. 2 вверх, 3 и 1 вниз. Ладно. 18.70. Погоди. Это же флаг. Так, ну тогда пойдемте флаг поднимем. Может это нам что-то даст. В флаге написано 18.70. Но это мне по-хорошему ничего не дает. А у меня нету цифры.
0. Просто, ладно, смотрим, как оно должно было выглядеть. 1, 8, 5. Я понял. То есть теперь, когда мы подняли флаг, мы должны были это все увидеть. То есть первая восьмерка, потом единица и третья таки пятерка. И получается 8, 1, 5. Ох. Непросто. Непросто. 8, 1, 5. Бриллиант просто. Все. Ого. Бля. Ну вот и все. Чё, врача забило? Блин. Герой. Конечно, герой. Ё-моё. И меня, и собаку спас. Твою мать. Ладно. Конечно, такие люди были по обе стороны. Газ. А вот. Так и хуй из этого. Как это забавно выглядит. На носе, короче, только это. Забава вообще. В то время, когда Карл был как никогда близок к дому, Фредди должен был встретиться с канадцами у Вими. Так. Хорошо. 9 апреля 1917. О, конец войны. В небе над Вими Джордж, британский летчик, выполнял для артиллерии разведку германских позиций. В тот день
возглавили атаку канадцы. Угу. Ну, дорогие друзья, атаку канадцев 9 апреля 1917 под Вими мы уже посмотрим в следующей серии. Всем спасибо за просмотр, с вами был Марс, до новых видео, всем пока, подписывайтесь на канал, кто еще не подписался, ставьте лайки и до новых видео!